Вот такой дубовый секретер, изготовленный зарубежными мастерами в XIX веке, хранится в фондах музея-заповедника «Родина Ленина». Секретер внешне похож на шкаф. Чтобы получить поверхность для письма, достаточно опустить на шарнирах переднюю стенку верхней секции. Нижняя часть представляет собой набор ящичков, запирающихся различными хитроумными способами. Изобретателем его считается немец по происхождению Жан-Франсуа Обен, живший во Франции. Секретер, кстати, схож по функциям со шкафом бюро, но выше. Другая изюминка этого шкафа – он обит натуральной кожей и отделан металлическими клепками, которые создают орнамент. С таким оформлением шкаф выглядит шикарно, кроме того, лучше сохраняется.